Как только остановится, Егор, будь готов. Так, они побежали что-то резко. Могу вниз. Стрелять. Подождите, подождите, не стреляй. Стреляй? Не-не-не, не надо. Ты там один, тебе не вариант. Игорь, ну, иди по кустам, там кусты вот есть такие стороны этой горы? Один тут, с пистолетом. По ним, иди потихонечку. Блин, да надо было работать, Егор. Стреляй? Тебе. Ну, пораньше стрелять, они бы пошли назад, и я бы их... Они сейчас пойдут назад. Нет, стоп, они что-то ходят. Они вон, видишь? Да-да, что-то они обратно сели. Да я им там дал, это прикурить, они вижу. Смотрят, так, значит. Сейчас одного стрелять будет. Блять, прям за одного стрельнул. Игорь, в твою сторону бегут. Ох! Да-да-да. Не-не-не, в сторону нового бегут. Пошли на перевес. В сторону нового по кустам бегут. У одного гелик на оружии. У них, короче, рюкзаки детские, у нас все это, другие рюкзаки. И у одного дебаг у них. А где третий? Кстати, я так четко положил. О, возле дороги один, они к дороге бегут. Прямо возле дороги, вон они, внизу, под кустами бегают. Остановились. Вижу, вон вижу. Они остановились. Че, стой, 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 подожди, подожди. Блин, да как? Как я не попадаю, ё-моё. Да вы стреляете так? Да, да. Того лежащего добейте, блин. Они ко мне бегут в мою сторону, блин. Ебать, урожай бежит. Блять, ко мне тут какой-то ворвался, черт. Убил? Убил? Нет он. Не убил. Че, тебя убили? Да не. Ушел, он ушел. Убегает. Бля, они ко мне бегут, они ко мне бегут, я ебать, калаш беру. Там, короче, пипец, там другой ком какой-то, черт. Их четверо тут, прикиньте. Ну да, наверное. Блин, тут возле меня, прикинь. Эльдар, возле дороги. Куда бегу дальше? Один прям вот это бежит, вот, вот он прям рядом тут. Сейчас подожди. А вот вниз тут в сторону. Кусты, короче, много кустов, вот он тут один. Один справа, короче, в сторону нового ближе. А другой тут такой много кустов, вот он тут остановился что-то. А, вижу, вон один бежит. По дороге бежит, мансует. Убил. Одного убил, убил. А, один вон правее там. О, меня стреляют. Меня в спину накидывают. У тебя калаш там. Блять, глушитель не работает. Он сзади подошел, в спину подошел мне. А ты где? Я наверху был, возле старого собора меня нашли. Нового собора. А тебя убили? Где возле нового точно? Ну, выше тебя. Вот только я парня снял, по мне стрелять начали. Я думал, меня оттуда стреляют, а меня сзади стрелять начали. Да подождите, тут вот песчаная дорога есть, вот где они. Короче, а вот вижу, типан бегает. Вижу, типан бегает. На холме. Вот-вот-вот, короче, это он. Там где. Подожди, самодельный рюкзак. Да-да-да, домик охотника, там он, короче, вот оттуда он стрелял. Да, да. Ну он сейчас дорогу там пересекает, назад бежит. Да ну. Блин, я ж меня ранили. Я ж не умер. Игорь, а ты где там? А ты еще не умер? Нет, я не умер. Я выживал, мне только этот, ногу попал. А, ты еще живой, если лежишь? Да, я встану. Он слезал. А как это, блять? Это же другой чувак вообще подошел. Это какой-то левый, да-да-да, видать, на стрельбу. А этих убили всех? Так, нет, я встаю, еще. Я встаю. Егор, я бегу к тебе. Бля, аккуратнее. Я не... Я вот... Вот сейчас это, Эльдар, если тебя убьют, я тебе нихуя не помогу. Да забей. Потому что я того не вижу, он куда-то там поднялся наверх, и я его потерял. Мне пух. Я тут почти возле старого собора сижу, тут где этот... Соборчик начинается с этим, с водонапоркой. Ты я тут рядом. Понял.
Так, что делать теперь? Не знаю, надо в старый собор идти. Тут какой-то черт там набегает, я не знаю, звуков нет, пока тут стреляют, у меня перелом руки. А где? Где ты? Я в церкви сижу. Окей. Так, где ты? Чуть выше тебя, бегу вниз, к речке. Что-то я тебя не вижу. Я тут почти возле дороги, где речка уже кончается. Прям уже тут возле дороги, вот эта дорога рядом прям. Вот я тут сижу. Бля, я вот несколько раз прямо в типа стреляю, короче, и пуля это прилетает не в него, а сбоку от него где-то падает за ним. Но прицел у меня в момент стрельбы был на нем, блядь, вот как я не понимаю. Он с места даже не двигался, вот. Это вообще пиздец какой-то. Прицел как будто кривой какой-то, я не знаю, или стрельба. Да это у Бориса там. Посуда. Нет, убиваю. Это, угадайте, кто это такие? Кинги. Ага. А чё, где они сейчас? Ну. Пишут? Пишут? Ну, давай их получать. Мне пишут, пишут, да, кто-то возле меня. Типа он прибежал тут что-то с мечей стирать. Куда? По дороге бежит в сторону нового. Да мочи. Прямо возле дороги. Он лёг. Всё, умер. Молодец, а где Игорь, ты не пойму, где Игорь? Тебя контролю. Ты церковь смотришь? Угу. Я сейчас выйду, побегу в сторону. Да, Адам. Он живой. Все, убил. Hello, Адам, мазафака. Ну, у него кинка не было в приписке. Это эти те же самые бомжи, что мы раскатали, помнишь? Да. Пришли. Да, туда помешали. Там один со СКС, второй еще куда они еще. Пошли. Я стрелял в том, который со СКС, блядь, как это было. Клюмно, но... Больше не было. Справа. Блин, пробегайте. Рядом пробежали. Надо учитывать, что там еще какой-то черт бегал, которого Эльдар не убил. Он убежал. Блядь, убежал, может, и прибежал опять. Не долбоёб ему. Да, вот сюда поднимать, чтобы он взорвал. Он вообще так без... Ну, тихо, вон, впереди, вон. Вон он бежит. Опа, убили вроде одного, да? Это за звук был, как будто в меня. Вон, я стреляю в него. Откуда? Сбоку стреляй. Ю. Давай. Кто с мусом стреляет? Не там мы. Еще один чувак какой-то стреляет. Бля, по мне стреляет. Били. Это сверху у вас там стреляют, сверху стреляют. Ты живой? Это коп какой-то. И сверху, а со стороны обычного дома какой-то с мусинкой пету, блядь. Где Эльдар, ты ёбаный в рот, как обычно, блядь. Да. Ты этих обоих шатал? Я к вам бегу назад. Ну, одного я точно. Понял, на входе. Не знаю. Кто стреляет? Блядь, помню стреляет. Где второй? Я ранен, ёб твою мать. Пистолет. Блядь, откуда он стреляет? Это жив тот, это пистолет. О, с города, слышишь? Ты где-то рядом, вон там, с тобой. Возле... Да, в городе где-то. После дома это... По-моему, это было. Я его убил. Вон он лёг. Всё, он был. Да, вон он лежит. Я по дому бегу. Ой, по дому, говорю, по центральному этому бегу. Да. Да, ну не знаю, вот тут. Сейчас они в чек. Борис. Я. Возле красного дома нашего стреляют. Меня зомби прессуют. Да вы три долбоеба, нахера вы втроем в один дом? Мы подходим. Это ясно. Чё ты тут? Смотри.
Так, один. А, с поля бежит, к вам, двое бегут. Двое, залутыши, бегут прямо к вашему дому. Какого поля-то, блядь? С поля, с кабанинского, подбегают уже близко. Сзади, что ли, бегут? Бля, че, нихуя. Остановился один. Сидим. Посмотрел вокруг, подбегает. Тихо. Они сзади бегут. Видели вас. Ага. 100%. Кого стреляли? Я ушатал одного. Рядом, стреляли, они за этим прячутся, за железным сарайчиком. Со стороны дороги. Два дома. Еще один, двое. Их убил. Убил. Эй, мазафака! Двое тут. Давай. Так иди, Ильдар, что убил. Один еще живой. Нет. Не я говорил. Я... Блядь, что? Я попал, раза... Все, убил. Четыре, пять попал. Нет, ты еще живой. Все. Откуда? Все, добил. Двоих. Кто? С меча стреляет. Со стороны вышки. Со стороны вышки. Где не ты? Со стороны... Бля, по мне попали. Не, со стороны вышки, черт. Бля, я в обмороке в доме. Подлечите меня. Да нету, блядь, мне виднее. Со стороны вышки, вышка. Со стороны мне вышки. Мне виднее, Егор. Нету там бля, никого. Бля, я вышел только что посмотреть на вышку, там не это. И оттуда меня выстрелишь. Ну дальше смотри тогда на поле, где ты сидишь в кустах. По дверь открыл. Да я, блядь, спустись вниз, ты заебал, блядь. Да не где-то не со стороны вышки по мне стреляли, по-моему. Сам себя перевернул, охуенно. Так обычно, блядь, далеко, блядь. Так в смысле, блядь? В смысле далеко, блядь, заебали. С другой стороны обойди. С другой стороны зайди. Там комнату обойти можно. Блядь. Попробуйте с двух сторон перевязать меня. Трёх. Мне честер на хер. Откуда? Второй раз что-то я по... Блин, ёбаный в рот. А вы там дверь закройте, чтобы вас не было видно в окна. Я смотрю на вышку, вот сейчас прям да не... Да он со стороны вышки, откуда-то стреляю, блядь. Да, ну я знаю. Вас стреляют? Но... Ну не на вышку, тесты, скорее всего. Ну, блядь, заебал. Со стороны вышки, вот там вышка, где-то с леса он там стреляет. Бля, вы меня главное привяжите. Возможно, даже издалека стреляет. О, пошел, вливая. Да нету прям метров 300. Блять, ты стоп, твою мать. Ура. Блять, я умер. Ёбаный в рот, блять. Боссовая игра, блять. Да. Вот я умер тупо вот из-за этой хуйни опять, блять. Что, вот меня просто могли перевязать, блять. Пола, вижу, тихо, сидите. Бля, заебали, идите это. Уже мертв. СВД. А где он был? Рядом со мной, в 3 метрах. СВД. Чего, СВД, блядь, Винчестер по мне стрелял?